просто так я это делаю. Пришли посылки. Та-дам! Вышли в магазин днем. Наверное, впервые сейчас 2 часа. Конечно, больше мы вряд ли будем такой опыт повторять. Очень жарко. Лицо немножко плавится. Фактически мозг думает, что должна быть осень. Осени нет, 4-й месяц. Одинаковая погода. Здесь это водная детская площадка. Но детей никого нет, потому что еще жарко. Но площадка сама работает, функционирует. Чуть позже, наверное, после 5 детки появятся. По этому району вообще не скажешь, что нескольких километров бескрайняя просто пустыня, или что он окружен пустыней. Все зелено. И люди даже работают. Все, мы дошли до магазина. Хорошо. Хотим взять ягоду, огурцы. 29,50 это 500-граммовая пачка. Еще думаю насчет черешни. Надо выбрать только такую получше. Тут пылесосят рядом. Ну ничего. Холодильник закрываем. Малина? Малину хочешь? А или что? Ягоды киви. Ягоды киви? Я не пробовала. Я тоже не знаю. Дальше идем. Возьмем. Мы пока здесь не встречали малосольную рыбу, берем копченые, копченый лосось. Так, получилось на 182, на 196. Решили зайти в алкогольный супермаркет. Изобилие богатое всего. Мы хотели взять вино, но не нашли испанское вино, которое мы обычно берем. Вообще про алкоголь в Дубае много разных слухов ходит. Я раньше была уверена, что алкоголь здесь, его сложно достать, но мы отмечали день рождения мой, день рождения Лёши, и у нас без проблем принимали заказ. Мы, правда, пили по бокальчику вина, и никто никакие документы у нас не спрашивал. Но вообще здесь распространены вот такие алкогольные магазины. Если у вас уже есть вид на жительство, то нужно будет приобрести специальную лицензию алкогольную для того, чтобы покупать алкоголь. Если вы здесь находитесь в качестве туриста, то просто показывайте паспорт, они там сверяют по своей базе данных, в каком вы статусе, и без проблем, скажем так, продают. Так как у Лёши есть вид на жительство, нет алкогольной лицензии, без меня он алкоголь не может купить. Я все еще в статусе туриста, потому что этот процесс, наверное, начнется только после того, как Лёша получит права, ему уже не нужна будет его карточка. Но мне, чтобы начать делать документы, его вот эта карточка с видом на жительство необходима, поэтому я все еще в статусе туриста, могу ходить, покупать алкоголь беспрепятственно, но пока не промышляю этим. Мы дома принесли, в принципе, все то же самое: черешню, голубику, рыбу, помидоры, роллы, огурцы. Так, это стакан с водой. Сейчас уже переоделись и идем играть на барабанах. Так, вот это музыкальная комната. Здесь есть клавиши, можно, по-моему, микрофон есть, подключиться, попеть. Да, вот у меня есть гитара, ну и, собственно, барабаны. Лёша уже открыл обучающее видео, сейчас будем повторять по очереди. С той стороны стенка, то есть люди ходят, слышат, мне кажется. Ну, с этой стороны улица, всякие тут тоже мелкие инструменты разбросаны.
Давай первый ритм. Пришел к нам на звуки барабанов. Ну куда же ты? Ты же к нам пришел. Ушел. Сидаун, плиз. Кстати, барабаны с этой стороны. Сейчас это метроном. Это видос, где мы смотрим ритмы. Сегодня следующий день. Впервые вижу столько верблюдов. Конечно, они вдалеке, но камера позволяет показать. Ничего себе. Лёша уехал. У него сегодня какие-то там дела насчет прав. Я сажусь завтракать. Как обычно, хлеб. Сейчас масло достану, огурцы, яйца и кофеёк. Еще был обнаружен банановый кекс, который вчера Лёша испек. Я его тоже подключила к завтраку. Получилось просто супер. Может, фото вставлю, потому что я сфотографировала, какой у меня был насыщенный завтрак сегодня. Это я сейчас уберу и буду готовить. Готовить будем пирог, мой любимый, с курицей, с картошкой, с луком. Тесто простое, перетертое сливочное масло с мукой, со сметаной, либо кефиром, с содой, с водой и с солью. Больше, в принципе, туда ничего не идет. На этой газовой плите я еще ничего не запекала, но у Лёши классно вышел банановый кекс. Думаю, с пирогом тоже проблем не будет. По питанию есть некоторые проблемы, оно слишком насыщенное, мы что-то много стали есть. Не скажу, что стали мало двигаться, спортивный зал посещаем. Я там в основном нахаживаю шаги, йогу вообще забросила. И в бассейн хожу. Ну, как бы, ладно. Что есть, то есть. Будем готовить. Все, пойдемте. Протираю муку с маслом. Однородный песочек получился. Теперь я смешиваю сметану, яйцо, соль и соду. Все это погружаю в эту миску. Все, что мы здесь намешали, в этой чашечке соединяю с песком. Не просто так я это делаю. Я тесто убрала в пакет. Оно сейчас приобретет более однородную структуру, пока я буду чистить картошку, нарезать курицу и с луком разбираться. Так, вот такая картошка у меня есть. Здесь 2 килограмма. Я буду поменьше, конечно, использовать. За килограмм 3,90. Дирхам умножать надо на 15. Ну, пойдет. Так. Получится ли это развязать? Получилось. Господи, да идут всего-то 5 картофелин.
все вырезала, теперь сюда соль и перец. Тесто делю на две части, одну больше, другую поменьше. Присыплю чуть-чуть мукой, чтобы оно не прилипало. Иногда такой идеальный круг получается, а иногда вот так. Переносим. Вместе с камерой. Вторая половинка. Второй раскатала, теперь перекладываю начинку. Распределяю ее и закрываю пирог. Так, желток, чуть-чуть добавляю водички и смазываю этим пирог. С водичкой переборщила. Вот что вышло, но я тут сама, конечно, накосячила с желтком, поэтому вот такой странный узор. Я думаю, будет все равно отпадно просто по вкусу. Вроде прям готово. Все, сейчас будет чаек. Новый день. И снова начинаем мы его с прекрасного вида. Пустыня, верблюдов нет. Они, наверное, уже все разбежались, потому что солнце светит. Будь здоров. Промыла вчера пол от песка, но это такая затея бесполезная. За ночь он снова в углах появляется, и вот здесь, конечно, неприятно выходить. Такая бесконечная, бесконечная работа с полом, когда вокруг вот такое количество песка. Ладно, это очень уже долго, жарко. Уходим. Стандартное начало дня. Я помыла голову и собираюсь просто высушить волосы. И, возможно, покажу, как Дайсон делает кудрю. Но я уже делилась неоднократно, раз целых, наверное, два, что пока я не могу понять, как зафиксировать эту кудрю, чтобы она не распрямлялась. Потому что все-таки это фен-стайлер, и он работает не как плойка, а как фен-стайлер. И подходит, не зря пишут об этом, что он подходит не для всех типов волос. Поэтому, если вы собираетесь покупать Дайсон, лучше нужно, наверное, сходить и ждете от него эффекта прям такого, что кудри что кудри останутся на подольше. Сначала перед покупкой его лучше затестить. Но, естественно, учитывая даже тот факт, что вот такие вот прям кудряшки у меня держаться не будут, вы сейчас увидите, какие, мне все равно он нравится. Но все равно я очень довольна им пользоваться, мне это поднимает настроение. Уже один этот факт сам прекрасен и приятен. Так, ну я сначала должна была сделать вот так, потому что хотя он и с пониженным каким-то там воздействием на волосы в плане температур, температуры щадящие считаются, все равно термозащитка никогда не помешает. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что она работает. Сейчас они немножечко впитаются, и я буду сушить. Пока я включаю фен, вы должны
поддержать меня и поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и написать какой-нибудь комментарий, хотя бы смайлик. Я начала последнее время так говорить, мне моя подруга скинула видео, и в этом видео парень объясняет: если вы блогер, уже скажите всем о том, что вы блогер, и говорите и про лайки, и про подписки, иначе так и будете скромничать и, в общем-то, сидеть на одном месте. Поэтому я теперь каждое видео: подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Короче, все, я думаю, уже впиталась. Можно начинать сушку, вот такая насадка. Можно ее как-то вот повернуть, допустим, и сушить, и одновременно проглаживать волосы. А можно просто сделать феном и сушить как феном. Блин, это уже начинает походить на обзор, но это еще не он. По сути, я пользуюсь им сейчас как обычным феном, хочу просушить процентов на 80. Так, что-то принесли. Ёлки-палки. Лёша, это что, вода? Вода нет? Посылки покажу позже, пока фен. Так, волосы я просушила. Кое-где пересушила, но это ничего страшного. Покажу эффект вот этот интересный, из-за которого, мне кажется, все любят этот прибор. Но, повторюсь, не ко всем волосам это подходит. Значит, я надеваю насадку. Так, смотрю по зеркалу. В эту сторону буду накручивать. Беру одну прядь. Ладно, вот так возьму. И начинаю. Выключила, и как бы вот оно волшебство, из-за которого это всем нравится. Какая чудесная прядь, но она очень долго не продержится. Давайте еще одну. Та-дам! Отлично. Эффект я показала, теперь я возьму другую насадку, которую я чаще всего использую. И уже пройдусь ей, чтобы как-то уложить неким образом. Не удержалась, все-таки чуть-чуть подкрутила себе волны. Ну хорошо, хорошо работает, классно, отличная штука. Так подкручу, потом хожу, радуюсь. Ну, фиксировать не буду, потому что я дома, и это такая быстренькая укладка. Мне нравится. Хотя вроде бы ничего особенного. Но аккуратно получается. Пришли посылки. Сейчас будем их открывать. Лежит, что у нас. Это форма для выпечки. Классная. Стандартная. Классная, стандартная. И здесь. А, значит, рассказываем. Это регидрон. Для чего? Для регидрации. При потере жидкости восстанавливает баланс электролитов. Вот, нам очень надо, мы теряем много жидкости, когда спортивную нагрузку получаем. Это салфетки для техники. Это тоже регидрон, но со вкусом апельсина. И вот здесь для кофеманов заказ. Капсулы одни картада, а вторые это какие-то? Капучино. О, капучино, это супер. Капучино и картада. В общем, вот это прям для меня посылка получается. Я все, кофеман чуть-чуть. Сегодня обед готовить уже мне не нужно. Ну и пирог почти закончился. Леша сделал, замариновал курицу в соевом соусе с горчицей, со всякими травками. И вот так ее здесь запек. Очень будет... Где-то сутки мариновалось мясо. Оно будет просто нежнейшее. Мы уже так делали. Вот эти формы нам пригождаются. Кстати, банановый кекс вот в такой форме согнутой пекли. Поэтому сейчас
обычную форму решили заказать, но я это запечатываю, пусть стоит до обеда, сохраняет тепло. Наша спортивная бригада идет в спортивный зал. Время 7 вечера. Вот слева спортивный зал. Потом я хочу еще сходить в бассейн. Там никого даже нет. Вообще ноль человек. Ни души. Ну, в спортзале по-любому люди есть. Вот так нормально.